Удивительная скульптура из песка. Посмотрим? Пляж, лето, море, песок. И, конечно же, скульптуры из песка. Для них, оказывается, подойдет не каждый песок. Нужен очень липкий. Скульпторы из разных стран приезжают на лучшие пляжи мира, чтобы вылепить из песка свои невероятные скульптуры, от которых просто захватывает дух. Японский скульптор Тосихико Хосака – один из самых знаменитых художников, работающих с этим материалом. Свои скульптуры из песка он изготавливает без примесей в виде клея или специальных добавок. Единственный трюк, позволяющий хрупким шедеврам простоять на открытом воздухе пару дней – это спрей для затвердения, как завершающий этап в проделанной работе. Профессиональный архитектор из Нью-Йорка Келвин Зейберт на пляже Роукой-Бич в Квинси создал серию впечатляющих строений с удивительно точными геометрическими формами. Традиционным событием в летний период стали фестивали песочных скульптур на острове Вирджиния, Ки, возле Майами. В 2015 году возвели самый высокий замок из песка. Высота песочного замка составляет почти 14 метров, а предыдущий мировой рекорд составлял 12,6 метров. На нем изображены популярные достопримечательности, в частности Тадж-Махал, Статуя Свободы, Пизанская башня, виды Стамбула и Майами, музей песчаных скульптур в Японии. На территории японской дюны, которую называют Татори, длина которой составляет около 16 метров, а ширина 2 километра, создан музей песчаных скульптур. Особенностью этого заведения является то, что каждые полгода скульптуры из песка разрушают, а на их месте мастера возводят новые. Для них изготавливается каркас из щитов, который засыпается песком. Потом на протяжении нескольких дней песок заливают водой, чтобы достичь более плотной утрамбовки. Скульптор с помощью бутылки с водой и мастерка начинает работать над скульптурной композицией. Он, опускаясь сверху, вырезает фигуры из песка, постепенно при этом снимает последовательно ряды щитов один за другим. В этом году в крупнейшем бельгийском городе Остенде проходит крупнейший в мире фестиваль песчаных скульптур, который называется Disney Sand Magic. Это волшебный песчаный мир Диснея. Были представлены персонажи из мультфильмов компании Disney и Pixar, герои Marvel и Звездных войн. Здесь работали около 40 скульпторов из 12 стран. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам было интересным. Но не забываем ставить лайки и подписываемся на наш канал, чтобы не пропустить самое интересное. Всем пока!